что мы едем или ползем, застреем на каждом пути. Тут такие барханы, елки-палки. Уже третий раз сходим с пути. Это невозможно. Столько снега намело, перемело все. 5 минут след переметает. Вот тебе и сон рыбацкий. А вокруг тишина. Попытка номер какой-то там, не знаю. Мне еще следом. Хо-хо-хо. Ну, вроде бы поехал. Погнали мы. Шалун, однако, шалун. Андрюха залетит сюда. Мы тут горку составляем, а он тут нам топчет это все. Давай в избу заезжай, что там уж, так уж и быть. Тихо! Ну что там? Пухляк пухляком, да? Полный? А на озере что? Ты на озеро заехал? Берега не видать. Ты на озеро заехал? Да, за озеро заехал. На озеро? А? На озеро. На озеро? На, да. Леди, на леди не видел? На леди не видел, но там пипец. Понятно. Ну, сейчас мы все это теперь увидим сами. Друзья, не заставила себя долго ждать. Жиличка
Что такое камера, вода? Первая жилица мною поставлена. Сейчас посмотрим, что на эту жиличку. Что ты будешь? Это первая жилица. Первая поставушка. И живец там хороший, добрый такой. Вот. Интересно, окунь или все-таки щучка? Сейчас проверим. Ну и снег. Ну и прям вообще. Опа-па-па-па-па-па. Опа, есть. Есть. Окушок. А не. Ой ты, боже мой. Смотри, какая большая щука. Ой, валявка. Обалдеть. Килограмм на 5, наверное. Ну что? Да, вот мы свиделись. Вкусно. Давай, дорогая. Бежи. Скажи, что Васильич опять приехал. Конечно. Давай, 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 давай. Все, пока. Ну вот. А я уж думал, тут рыбы нету. Она, вон она. Шпингалетина. Щурогайкой. Пришла посмотреть, я ли это приехал или не я. Живца мне тут. Растаскала. Погнали. Хотел я уже было поехать на другое место поставить жерличку. И тут смотрю, поворачиваю голову. Предпоследняя стала. Сейчас посмотрим. О, мотает, мотает, мотает. Мотает. Получается, вторая сработка будет. Интересно, кто? Такая же мелкая. Сейчас мы глянем. Весна. 8 марта. Надо Шанечке рыбы наловить. Так, ну походу. Сидит. Ты хорошая сидит. Хорошая сидит. О! Хорошая сидит. И жильчика моего хотела утащить. Сейчас мы у нее заберем. Вот такая. Уже чуть-чуть покрупнее. Покрупнее. Сейчас я достану щипчики. Тихо, 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 тихо. Это местное. Тише. Вижу, вижу. Открывай пасть.
какие у нее зубы. Зубы у нее хорошие. Так, ну что, пока мы тут одну вылавливали, сзади нас еще одна сработала. Друзья кричат, говорит, Василич клюет. Вот это сон. Прям всем сон. Так, где-то там она у меня. Так. Так, идет. О, какая она загарная такая, загоревшая. Ну, поворачиваем голову. И опа, еще одна. Еще одна, и тоже такая неглубокая размотка. Сейчас мы ее проверим. Тоже так пассивненько, не всю разматывает, пассивненько сидит, такая же идет. Ух, какая шустрая, за усик попалась, живцам не отдашь. Схватила его так, что насильно не заберешь. А высосала мне, как жица. Прям обсмоктала его, обсмоктала. Ну, еще немножко он живой. Вышла щучка, это хорошо. Сегодня у нас день удивлений. Пока я тут четвертую жерлицу ставил, смотришь, закинула ее, не стал трогать. Сейчас возьму камеру, посмотрим. Ветер дунул. Ух ты! Твою мать! Друзья, сидит хорошая. Ух, тихонечко. Да блин, как же тебя взять-то? Да я крючок не взял. Трошечка. А, трошечка вышла. Ну, наконец-таки дождался. Какая она активная, друзья. Я вам скажу. Взяла, так и стоит. Не мотает. О, хороша, однако. Вот. Теперь и у нас трешечка. Шустренько я пока тут туда-сюда. А она... Опа! Есть, друзья. Ага. Значит, здесь сейчас обсверливаем все. Раз тут идет, значит, будет тут и брать. Все обсверливаем. Делаем. Так. Вот она, тушечка. Красавчик. Отличный вариант. Красавица, там щуки нету, там получилась катушка. Там внизу катушка, а как так получилось? Она зацепила. Но она могла вторую катушку сбить, которая рядом. Ну и что там? Вообще никого? Там никого, там это... Конец-то вот он где. Ну, но это уже другая леска. Другая леска. Значит, понимаешь? Кура стащил. Это моя, блядь, леска. Это моя, это, ну как, понимаешь, получается, это получилось.
Как-то получается, как будто там. Короче, значит, готов, сел. Вперед надо ехать. Ты переключи на переднюю. Красавчик. Красавчик. А у меня в сапогах мокро.